Ташкент – не просто столица Узбекистана. Это древний и современный мегаполис, развивающийся очень быстрыми темпами. При этом основной акцент делается на создании максимально комфортной среды для жизнедеятельности человека. В то же время, как отметил президент Шавкат Мирзиёев, в ходе внеочередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов необходимо не просто сохранить динамику экономического роста агломерации, а еще и создавать дополнительные рабочие места и задействовать весь имеющийся потенциал. В условиях ограниченных земельных ресурсов современная модель развития предусматривает в том числе вертикальный метод увеличения объемов промышленности и торговли. Все большее значение придается деятельности Института самоуправления граждан. И махали должны становиться мостом между населением и филиалами финансовых институтов. Лидер Узбекистана также отметил важность расширения привлечения частного сектора к процессу реализации социальных проектов, внедрение передового зарубежного опыта в планировании создания необходимой инфраструктуры, условий для бизнеса и привязки к ним всех инженерных коммуникаций. Также руководитель страны познакомился с масштабной созидательной работой, посетил объекты образования и туризма. Такое пристальное внимание к каждому аспекту, каждой детали не могли оставить равнодушными представителей самой широкой общественности, особенно тех, кто сам вносит свой посильный вклад в общий вид и функционал столицы. Состоялась внеочередная сессия Ташкентского городского кенгаша народных депутатов. Президент отметил на сегодняшний день о созданных условиях для населения в целях улучшения благосостояния населения. То есть это обеспечение рабочими местами, поднятие уровня дохода населения, созданные условия для медицинского и образовательного сектора для населения. И вместе с тем он отметил те моменты, уязвимые моменты, на которые органы власти и государственные органы не обращают внимания. А все эти моменты, они улучшили бы благосостояние населения, увеличили бы доход нашего народа и, естественно, социально-экономическое положение семей. И на примере изучения развития Юнусабадского района он привел конкретные меры и конкретные механизмы для улучшения жизни народа. Он отметил, что именно банки, которые работают в городе Ташкент и их филиалы, должны быть определенным мостом между бизнесменами, бизнес-структурами и населением. Именно конкретно он определил такие механизмы, что давая льготы на получение кредита, на налогообложение этим крупным бизнес-структурам, тем самым дается возможность расширению и получению дополнительных рабочих мест. Президент Республики Узбекистан в своем выступлении рассказал о тех задачах, которые стоят и перед депутатами, и перед различными организациями, хакимиатом, перед сходами граждан Махалле города Ташкента. Непосредственно касаясь Махалле, по предложению президента начала работать семерка. Это большая сила. Президент дал нам такие возможности, чтобы все вопросы жителей решали в самой Махалле. Президент сказал, что надо обеспечить людей работой. Когда мы будем бороться с безработицей, когда мы сможем каждому жителю обеспечить его работу, чтобы у него было экономическое состояние семьи, чтобы росло это состояние семьи, вот тогда люди будут более спокойны, и тогда не будет никаких происшествий. В городе Ташкенте очень много возможностей по ликвидации безработицы. Очень много возможностей. У нас создаются сейчас совместные предприятия, различные организации, значит, частные предприятия. Президент рассказал, как можно решить экономические проблемы, решать социальные проблемы. Это проблемы, которые существуют в детских садах, в школах, в больницах. Для улучшения условий жизни, чтобы каждому жителю города Ташкента создать достойные социально-экономические условия. Визит главы государства в школу номер 5 Юнусабадского района города Ташкента стал большой честью не только для учителей, но и для учеников и их родителей.
Посещение президента мотивирует нас, педагогов, проводить уроки еще интереснее и качественнее, используя предоставленное нам оборудование и применяя современные инновационные педтехнологии. Для формирования учащихся аналитических знаний, критического и творческого мышления, решения задач и применения их на практике в школе проведено тестирование, оценивание знаний учащихся по международной модели PISA, TIMSS и PIRLS. В школе не только созданы комфортные условия для получения качественного образования, но и ведется профориентационная работа, действуют кружки по профессиям, которые могут пригодиться выпускникам школы в дальнейшем. И как говорил глава нашего государства, наша цель, чтобы выпускники школы овладели хотя бы одной профессией и были готовы ко взрослой жизни. Озвученные главой нашего государства инициативы и предложения направлены прежде всего на повышение качества знания, воспитание молодого поколения в духе патриотизма. Вчера руководитель страны посетил нашу махаллю. Раньше наша махалля была в очень плачевном состоянии. И благодаря вниманию, оказанному нашим президентом, эта улица стала туристической улицей. Кроме этого, она была приведена в вид, который презентабелен и очень хорошо показывает историю нашего прекрасного города. И может служить хорошей улицей для туристов, может привлекать людей. Все знают, что Чарсу очень такое известное место для всех туристов, которые посещают нашу страну, а наша махалля самая ближайшая, которая находится к этому рынку. И то, что наша махалля стала такой красивой и сделана туристическая улица, послужит очень хорошим инструментом для ознакомления туристов с нашей историей. Кроме этого, вчера было еще открыто в этой улице две выставки. Одна из выставок – это «История хлеба» и выставка «Путешествие в древний Ташкент», которая тоже послужит очень видом и возможностью для туристов для ознакомления с нашей истории и с нашим прекрасным городом. Благодаря потоку туристов, население, которое проживает на нашей улице, смогут получать дополнительный доход, дополнительные рабочие места появятся. Незанятая молодежь, незанятые граждане получат трудоустройство. Поистине, это историческое событие, и мы счастливы, что рядом с нашим районом, Икры-Черчисским, возводится такая современная инфраструктура, которая в дальнейшем, я считаю, что станет визитной карточкой нашей великой страны. Президент уделяет всестороннему развитию нашей молодежи. Ну и я как представитель спорта хотела бы отметить, какое большое, огромное внимание уделяет наш уважаемый президент для развития спорта. И в будущем еще больше наши спортсмены будут поднимать наш флаг за пределами нашей республики. Мы должны понимать, что жизнь столицы очень важна для государства, и следует создать необходимые условия для того, чтобы государство могло целиком и полностью воспользоваться потенциалом столичного мегаполиса. Очень важно, что свое видение президент построил на результатах очень глубокого, детального исследования, которое было осуществлено в нашем городе. Основу всех этих дел должно составлять что? То, чтобы у людей была хорошая, высокооплачиваемая работа, чтобы у них были перспективы своего роста, должна быть создана в городе необходимая инфраструктура. Ни один из этих вопросов не остался за пределами президентского внимания. Нас ожидает очень важный период. Как я предполагаю, это будет прорывной рост. Все, о чем вот говорил президент, направлено на защиту интересов наших граждан, на повышение потенциала, на то, чтобы жизнь столичного мегаполиса и в целом стране стала лучше.